По итогам 2014 года количество дорожно-транспортных происшествий в Курганской области по причине нарушения скоростного режима сократилось в 3 раза. Число погибших в этих происшествиях снизилось на четверть. Таковы итоги реализации государственной программы по повышению безопасности дорожного движения в регионе, рассчитанной на 2014-2018 годы. Об этом на еженедельном совещании доложил начальник управления специальных программ правительства Курганской области Николай Снитков. По его словам, достигнутых результатов удалось добиться в большей степени благодаря установленным вдоль дорог комплексам фото- и видеофиксации. В целом, по итогам прошлого года на территории Курганской области отмечена устойчивая динамика снижения уровня аварийности по основным показателям. За прошлый год зарегистрировано более 1200 ДТП, в которых погибли 233 и получили ранения различной степени тяжести 1573 человека. В течение всего года были проведены оперативно-профилактические мероприятия, такие как нетрезвый водитель, безопасная скорость, мотоцикл, детский автобус и другие, а также различные социальные акции, направленные на привлечение внимания общественности к существующим проблемам обеспечения безопасности дорожного движения.